Добрый вечер. Сложнейшая игра, очень неудачный первый тайм. Два раза проигрывали. Очень сложно и психологически, и физически восстанавливать равновесие. Мы это сделали вот всем. Эта пауза не очень-то пошла нам на руку. Наши сборники приехали с большим опозданием. Трауре не должен был играть сегодня, потому что он приехал за день до игры. Если бы не травма Давыдова, которую мы очень жалеем, то он, скорее всего, что был бы в запасе. Тема импортанта Виктория у нас. На данный момент это самая важная наша победа. Мы потребовали экипы. Foarte bine organizate. Играли против очень организованной команды. Care am se vedem în antrenorului. Очень опытная, с опытными игроками и где очень сильно чувствуется рука тренера. După aia, Varga l-am scos pentru că... Varga много сил отдал и видно было, что он устал. А со стороны Потерина он заслуживал этот выход, он очень хорошо тренировался. Отношение его очень позитивное было к тренировкам, к играм. И он должен был выйти, он участвовал в этом третьем голе и его заслуга тоже. Может быть, самый главный фактор в плане подготовки – это мотивация игрока. У него была неделя очень хорошая у Потерина. Никаких вопросов не было у тренера к нему. Если человек готовится к игре, и мотивация очень хорошая, он обязательно выйдет и сыграет на должном уровне. В этом плане показатель Бухур. Много игроков есть, которые то играют, то не играют, и их отношение к работе меняется. У этого оно постоянно. Хотя он меньше всех играл, но его профессионализм должен быть всем примером. Как нужно готовиться к тренировкам, как нужно готовиться к играм, и в любой момент он может выйти и сделать свое дело.